Пушкинская карта, и скоро можно будет воспользоваться и в детских школах искусств Сургутского района. Недавно учреждения включили в проект на федеральном уровне. Сегодня карта оформлена примерно у половины юных жителей муниципалитета. Расплатиться ей можно в учреждениях культуры и кинотеатрах. На просмотр фильмов из 5000 рублей можно потратить 2. Баланс пополняется и обнуляется каждый год. Использовать абонемент могут жители от 14 до 22 лет. Тратить выделенные средства можно в любом городе России. Как отмечают специалисты администрации Сургутского района, ребята, что живут в отдаленных поселениях, чаще всего используют пушкинскую карту в местных учреждениях. Сотрудники, в свою очередь, стараются организовать для юных жителей интересные мероприятия. Сегодня мы и в поселениях, где ребята не могут так часто выезжать, особенно школьного возраста, да, тоже создаем такие условия. У нас сегодня есть кинопоказы по пушкинской карте, когда нам привозят фильмы. Вот практически первой волны, и ребята могут сходить по пушкинской карте в кино, не выезжая из поселения своего. Вот это вот тоже у нас такое вот свежее, что называется, направление. Так учреждения регулярно афишируют свои мероприятия везде с пометкой, если там возможен вход по пушкинской карте, везде эта пометка есть.